Я Павел Мамонтов, боксер-профессионал, боксом занимаюсь 20 лет. Я занимался в детстве разными видами спорта. И как-то я вот загорелся вот этой красотой этого спорта, вида спорта. То есть как люди двигаются, то есть это не просто драка. Но непосредственно перед боем, когда я уже в раздевалке, то есть я стараюсь думать о чем-то приятном, о цветочках, о море, о теплом. То есть о бое стараюсь забыть, то есть и выходить уже с чистой головой в ринг, то есть только на победу настроенной. Нельзя оглядываться назад, упал, надо подниматься и продолжать движение. Я хочу всем пожелать, чтобы занимались спортом, не обязательно боксом, каким-то единоборством, просто спортом, здоровым образ жизни вели. Я смотрю «Катунь-24».